Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в растения против зомби-героя. Как ты видишь, у меня задание за зомби и задание за растение сравнять 61 на 61. Так что сегодня очередь играть за растение. Так, пагубное веселье. Бабах. Ладно, попробуем с вами сыграть за бабаха против мозг-атака, профессор. Так, что-то мне тут... Так, ну я не знаю, есть, в принципе, начало. Вот этого, наверное, заменим. Заменил тоже мне. Поехали, короче. Так, ну что. Больше дешевле. Во время этой миссии все карты растений и зомби стоят на 1 единицу дешевле в конце хорда. Блин, мне надо было сюда взять побольше, так сказать, растений, которые дорого стоят. Шаманство делает, ты прикинь? Хопа, он сразу себе добор. Офигеть. Зашибись, у него рука там стала. Да, я тебе скажу, что это трындец полный. Ну ты не припухли тут. Трындец. Просто взял тут и наплодил. Так, ладно, этого мы уберем с тобой. Все растения получают 1+1. Оу, я могу кое-что сделать. Давай вот так, наверное, попробуем. Блин, тут, конечно, 5 в лицо получим с тобой. 5 в лицо. То есть от этого, да, 4 урона. И здесь 1. Ну, в кого ты превратишься, а? Покажи мне, пожалуйста, в кого ты тут превратишься. Так, орех, что он там? Оу. Слушай-ка, ну неплохо. Неплохо, так, а это у нас... А здесь растение получает плюс 2, плюс 4. Плюс 2, плюс 4, слушай-ка, ну это неплохо. Но я хочу вот сюда, наверное, поставить... У него 3 энергии еще. Неспроста, друзья мои, неспроста. Сейчас что-нибудь он тут замутит. Астронавт размещает. Так, астронавта мы с тобой уничтожим. Вот тут-то что происходит. Оу-оу-оу-оу. Так, этих мы уничтожаем. Так, здесь тоже подобьем. Какой-то котелок выпал. Блин, у нас всего 9 хп, 5 хп, а почему? Почему 5 хп всего у нас осталось? Да ты не, блин. Ребят, ну это сложно. Как я тут должен, извини меня, выиграть? Так, 3. А если мы, например, 2 и... Блин, у нас всего 4 энергии. Хорошо, сделаем так. И вот так. Поможет мне это как-то, я не знаю. Слушай, а что он не образил ли, блин, делать-то здесь такие выкрутасы? Давай вот так вот сделаем. Достал он, серьезно уже. 2 в лицо. Ой, мы проиграли, друзья мои. Смотри, нас добьют здесь. Офигеть задание. Вот это вот, что за чудо, а? Вот это вот. Которые крутятся там и наносят мне урон. Слушай-ка, давай-ка мы с тобой, наверное, кого-нибудь другого выберем. Например, орех. И надо нам с тобой изменить ему колоду. Только вот... На кого? Вот в чем вопрос. На кого нам все это поменять? Так, что у нас тут еще есть хорошего? Блин, горелый, а? Вот этот вот колокольчик. Зачем он нам? Зачем нам столько их? Ума не приложу. Давай что-нибудь посущественнее возьмем. Нам, по идее, не помешал бы добор, которого у нас, к сожалению, нету. Это что у нас тут? Все растения получают способность прочерк. Ага, вот это хорошо. Давай добавим. И посмотрим дальше, что здесь. Вот это, по идее, здесь не нужно. Наверное, надо убрать его и поставить вместо него, да хотя бы грушу. Так, этот гриб, наверное, нам тоже не нужен здесь будет. Мне так кажется. И взять лучше вместо него
Бумеранг. Блин, ну у него очень много дешевых карт, и он выставляет их сразу. Вот в чем вся проблема. Я даже просто не знаю, что сделать. Попробуем тогда вот этой вот, ребят, колоды сыграть. Подожди, что? А, нет, подожди. Да что такое? Что там, блин? Не доделал-то я. А, карту не добрал одну. Хорошо, давай вот так вот добавим. Все. Поехали, ребята, выбираем этот орех. Мозг атака. Блин, я не знаю. Вряд ли у нас, конечно, что-то опять получится. Ты видел сам, да? Вот делает добор. Так, вот это, наверное, я оставлю. А вот этих вот... Блин, по идее, тоже надо оставить. Они станут дешевле у нас в скором времени. Поехали. Ход растений. Мне некого тут поставить, поэтому пропускаем ход. А он размещает двух танцоров. Молодец. Что я могу сказать? Два в лицо сразу же получили. Ну что, я могу поставить сюда. Смотри, что творит, а. Короче, вот этого уберем с тобой, да? И прикроемся здесь. Погнали. Еще два в лицо. Так, этого убираем. Так, у нас с тобой неуязвимость. Это мы с тобой посторожим пока. Так, а он сейчас будет тут расставлять. Я не знаю, кто он у них тут. Оу, я могу уничтожить надгробие. Хоть где-то повезло. Давай вот так вот амфибию поставим сюда. И нет, неуязвимость пока я тратить не буду. Смотри, что делает, а? Смотри, что он делает. Еще два в лицо. Так, у него три карты всего лишь. Ребята, всего лишь три карты. Так, стреляй два раза, что ли? Блин. Да он достал, серьезно тебе говорю. Так, размещает стен орех. Давай. Оу, неплохо. Так, а вот сюда я, наверное, поставлю вот так. Слушай, ну, неплохо. Так, я могу? Я могу вот сюда вот поставить, да? Так, друзья мои, в принципе... Вот этого надо, знаешь что? Да, точно. Да, ё-моё, не так я хотел сделать. Вот этого мы с тобой... Подожди-ка. А, я растения перемещаю, да? Значит, мы можем с тобой переместить вот этот орех вот сюда. Ну, пока вроде бы все. Поехали. Так, уничтожаем. Здесь, к сожалению, никак. Минус. Так, а здесь у него две карты. Всего лишь две карты. Во-во-во-во-во, началось. Началось у него тут. Ты прикинь, что он сделал. Так, а мы можем с тобой, знаешь, что сделать? Три урона, да, наносит? Три урона. Короче, мы, наверное, с тобой уничтожим вот этого. А вот сюда я поставлю... Блин, или вот сюда лучше влепить. Давай сюда. Поехали. Наносит 2 единицы урона. У него карт не осталось. Окей, давай посмотрим, во что это все выльется. Так, вот этого надо теперь как-то брать в расход. Кого он там вызвал? Дурика. Так, у нас прочерк, да, с тобой есть. Возьмем прочерк и вытянем карту. А если я вот так сделаю? Поехали, друзья мои. Дудки тебе. Так, прочерком. Так, у него 13 хп.
Главное, что у него нет карт. Это плюс для меня. Что он там вытянул, я пока не знаю. Но у нас тут есть... Так, уничтожает все надгробия здесь и поблизости. Надгробий пока у нас нету. Поехали, вот так вот поставим с вами. Я не знаю, кто это такой вообще. Тройной орех? Поехали. На. Так, мы получим тоже, конечно, урон. Ну что, друзья, смотрите, у него 4 хп осталось. Но у него защита сработает. Ага, ага. Я тебя понял прекрасно, парень. Этому не бывать. Ты будешь уничтожать надгробие-то? Почему он не стал уничтожать надгробие, я не понял. Все надгробия здесь и поблизости. Понятно, я его поставил не там, где надо. Ладушки, ну-ка посмотрим. Ох, плохо дело, ребята, он выстрелит. Ну что, поехали. У него срабатывает защита. А, не стало срабатывать. Ёпрсте. Друзья мои, мы выиграли здесь этот раунд. С горем пополам. Так, ну что. Ух ты, 10 гемов получаю. Это была только первая битва, еще впереди 4. Я не знаю, как нам делать. Я буду играть за ореха пока за этого. Хотя фиг его знает. Ладно, посмотрим, кто у нас тут будет. Бесячество. Тут опять какие-то условия. Но я думаю, что они сохранятся. Значит так. Вот этого я, наверное, уберу здесь. Даже не знаю. Давай так попробуем. Поехали. Я так понимаю, условия сохраняются, да? Да, условия сохранились. Бесячество — это тоже еще тот фрукт. Будет своими мелкими вот этими опарышами настравить. Так, ну что, я могу здесь поставить, например... Ага, вот так он сделал. Ну давай вот так вот сделаем с тобой, наверное. Пропустим ход. Зомби получает плюс 3 к атаке. Зашибись. Это меня вообще не радует. Что он выставит? Она получает 3 к атаке, да, на первом ходу? Ну да, так оно и есть. Значит, смотри. Я выставляю сюда. Грушу не буду подставлять. Вот так сделаю. Если есть растение со способностью команда. У меня такого нет растения. Поэтому вот так вот ставим. И пока все, ребят. Да ты запарил, а? Ушлепок, блин. Мы с вами получаем. У него все... Так, 2 карты осталось, хорошо. Оу. Да ёпрсоте, а. Слушай, это что у нас делать? Переместите растение и вытяните карту. Перемещаю. Вот сюда. Так, карту вытащил. Окей, сюда поставим бомбочку. А сюда амфибию. Блин, ну не дай боже. Сейчас уничтожит он мне. Рикошет растения. Так, он потратил еще одну карту. Этих мы уничтожаем с тобой. Получи. Так, у него всего одна карта, а у нас с тобой 4. Ну, радоваться пока рано, у нас хп мало. Че, никого не стал выставлять? Ух, как обидненько, да? Я еще сделаю удвоение растения, наверное. Давай так вот. Фух. Стоит ли нам выставлять его? Нет, пока не будем. Че, загрузил-то там, парень? На. Почти сравнял хп. Угу, прочерк выставил. Блин, прочерк это пробивает через весь ряд, да? Мы можем с тобой переместить нашу грушу сюда. И ко всему прочему поставить вот этого парня. Ха-ха-ха. Отлично. Ох. Да-да-да-да-да. Мы еще можем вот так вот с собой сделать. Совсем другое дело.
Так, что у него там? Так, у нас с тобой... Мы вытягиваем карту. Ну, ставим себе на орех. Давай, сделаем вот таким вот образом. У него 3 карты уже. Так, друзья, 9 хп у него, 11 хп у меня. Кого будет выставлять? Никого. Я тогда поставлю сюда... Вот сюда лучше прочерк. А сюда вот минку. Поехали. Ох, сейчас он получит урона-то. Ну, блин, сработала защита, но это его не спасает. Так, друзья мои, с бесячеством мы разобрались. Окей. Ну что, тогда двигаемся дальше. У нас с вами 3 уровень. Слушай, ну орех пока нормально. Блин, опять этот мозг атака. Блин, вот с ним сейчас будем париться. Хотя... Вот это, наверное, поменяем. Твою налево поменял. Хорошо, давай так приступим. Да это понятно, что дешевле там становится. Выставил, да, нашел. Придется, ребят, нам с вами обменяться. Окей. Так, дальше у нас кто? У нас с тобой очень мало растений, кстати. Эх, жалко, нет могила еда. Ну, давай так вот попробуем. Блин, ну сейчас уничтожит, наверное, да? Карту еще получил. У-у-у. Блин, подтанцовщиков своих тут. Так, ну этого убираем. Он карты ему тут надавал, блин. Совсем опух, а? Что это такое? Так, при использовании сверху наносит 3 единицы урона. Зашибись. Все растения получают прочерк, это мне не нужно. Ну и чё? Вот это только могу поставить, и все, что ли? Ох, сейчас мы получаем опять с вами урона здесь. У него карт целая куча. Так, что нам там выпало? Понятно, неуязвимость пригодится нам на будущее. У меня дали одни заклинания. Почему не дают мне? Вот, дали. Ну, он дорого стоит. Я не знаю, что еще. Что сказать по этому поводу? Давай вот так вот поставим. Так, переместите растение и вытяните карту. Придется, ребят, хоть что-то здесь сделать. Ну, дали карту. Неуязвимость я все-таки буду использовать. Я не хочу получить столько урона в лицо. Так, пропускаем ход. Смотри, что происходит. Ё-моё, наплодил. Минус 2. Просто уничтожил. И вот скажи мне теперь на милость, как я здесь должен справиться? М? Как? Каким образом? Ты извини меня, но каким образом я здесь должен выиграть его? Просто жесть. Я могу, конечно, вот этого поставить. Он орехи здесь раскидает свои. Вот так вот. Поехали. Так, у него что, одни персонажи, что ли, там остались? А этот еще и увеличивается, да? С каждой атакой. Здорово просто. Лучше не придумаешь. Кого-то сейчас поставить сюда. Ага. А если мы с тобой... Блин, неохота тратить. Давай вот так вот сделаем. Так, орехи получили. Все растения получают способность прочерк. Это заманчиво, кстати. Мы можем с тобой хильнуться еще. Бесплатно. Окей. Тут 4 хп. Как его нам... Так, подожди-ка, мы же можем еще с тобой...
уничтожить надгробие вон то можем. Давай, наверное, уничтожим. Только вот так вот сделаем. Ёп, просто опять не то сделал. Твою же налево, блин. Не то, ребят, я сделал. Господи, я же хотел... Ай, что говорить. Так, прочерк. Поехали, никаких прочерков нам. Что это такое? Что это вылезло тут? За чудище еще? Объясни мне, кто это такой? Что он делает? Офигеть. У меня с картами все, ребят, беда. Ход зомби, что он там? Естественно. Кто-то в другом что-то сомневался? Я лично нет. Прочерк. Вот этого надо как-то подбить. Назойливая муха, серьезно тебе говорю. Я могу, конечно, сделать вот так вот. И увеличить здоровье. Но у него 6 энергии. Посмотрим, ребят, что он там замутит сейчас. Ничегошеньки не стал, хорошо. Так. Минус. Тоже минус. Ой, 5, забыл про этого-то. Блин, вот про эту-то фигню я забыл совсем. А у меня орехов больше нету, к сожалению. Ну что, он мне дает прочерк просто и все, блин. Вот тогда нам придется сделать вот таким вот образом. А прочерк здесь вообще... Не вперся нам. Карта еще вытягивает. Заразмещает зомби-астронавта. Так, а что у нас осталось по счетам? Два счета мы... Еще астронавт размещает. Да. Так. Что у нас тут? Перемещаем растение, получаем карту. Да я не знаю, мне даже перемещать-то некого, если честно. Смотри, что делает, а. Делает добор и все. У него две карты тоже осталось. Так, создаю случайного зомби. Зашибись. Создал. Мне дадут что-нибудь путевое? Дали. Ну конечно, ему сейчас тут раздолье. Ему тут просто раздолье. Ну и что я сделал? Переместить растение. Ну давай сюда. Карту вытянул. Дайте карту мне. Понятно. Обойдешься без карты. Наносит 2 единицы урона. О, все, ребята. Жалко, конечно. Придется переиграть. Хотя у нас блок сработает, верно? И мы с тобой достаем орех. Ну и что? Что мне это даст? Мне ничего это не даст, ребята. У меня не хватит... А, нет, подожди-ка. Подожди-ка секунду. Может быть, нам что-нибудь дадут? Твою же маковку. Мне дали, да, мне дали. Я ничего не говорю. Как я тут смогу защититься? Вот здесь вот, да, прикрыться. Прикрылся, блин. И вот так сделать. Ну и чё? Бамс. Чем мы тут отхиливаемся или что мы тут делаем, я не пойму. Грушу мне дали. Так. Ну, если я, предположим, сделаю так. Ну, это уже, ребята, уже от нечего делать, ты понимаешь, да? От безвыходности мне просто так пришлось сделать. Ну, добей этого. Так, если мне сейчас не дадут карту. Он вытягивает 2 карты. Ну все, ребят. Приплыли, по-моему.
мы с вами. Да. Тут явно дело приплыли. Короче, если будем переигрывать, я нафиг уберу вот эти вот. Ой, смотри-ка, мне что-то повезло вроде бы, кажись. А куда он делся-то? Че я натворил? И на него еще такой громозека. Все, ребят, приплыли. Короче, нафиг эту магию, которая там у меня. Ее надо отсюда убирать. Он практически не пользуется никакой магией. Есть! Господи. Слушай, я совсем забыл, что у меня на этом... Блин, ну это чудо просто, ребят. Я сам не ожидал. Трындец. Я уже все, я уже расстроился. Фух. Блин, трындец просто какой-то. Жесть. Ё-моё, я не ожидал, ребят. Я совсем забыл, что прочерк пробивает сквозь ряд. Ну вот что ты мне даешься? Ну зачем вот это вот мне нужно? Я не знаю, зачем вообще... Ой, господи, что дали-то мне? Ну а так... Ладно, другого выбора нету. Но тут сам знаешь, разгром. Это ж разгром. У него такие карты там. Ё-моё, мало не покажется, поверь мне. Мало не покажется. У него никого не было, да, на первый ход? Ладно. Мы с тобой что можем сделать? И вытянуть карту. Потом выставляем вот этого шитика. И он наши все эти орехи прокачивает. Так, а вот сюда я, наверное, поставлю шипы. О, я могу ее так сделать даже. Ну-ка. Да ладно. Я не верю, ребята, полная рука. У него, наверное, дорогие карты. Ох, сейчас пойдет, пойдет. Я так и думал. Я так и думал, что здесь пойдет какая-нибудь зараза. Давай. У него остались одни крупные, по ходу дела, карты. Но два раза бомбит. Не оборзел ли, а? Гаргантюа этот, чертов. Так, ход зомби. Кого он там сейчас? Еще одного гаргантюа достанет. Я не удивлюсь. Нет, с флагом. А это дешевле карты у него в руке. Они и так дешевые, сейчас еще дешевле будут. Не нравится мне его на вот эта вот задумчивость. Сюда не стал никого ставить. Опа-на. Кто там? Фиг его знает. Так, переместить растения. Может быть, нам орех с тобой переместить один? Вот сюда. Кто там, я не знаю, ребят. И сделать... Уничтожает все надгробия здесь и поблизости. Блин, ну так неохота орех вот этот вот. Блин, эволюция. Здесь и поблизости. Эх, не буду я, наверное, ребят, не буду. Твою же налево. Надо было менять. Точнее, уничтожать. Ладно, тут походу фейлом пахнет. 100%. У нас 10 хп всего лишь осталось. Замечательно. И целая свора всякой чуши. Вот это я уберу. Блин, он мне еще энергию съедает. Оставил всего лишь 3. Так, вот это нафиг отсюда. Но ты понимаешь, что в любом случае у нас тут, ну, фейл. Как ни крути. Просто фейл. Да, вот этого гаргантюа можно было избежать. А он что, перемещает растения? Делает себе добор, потому что у него всего 2 карты. Естественно, он перенесет даже сюда. У него 2 атаки же. Просто 3 атаки. И что мне это дает? Ну, подхиляюсь я немножечко. Да, тут я, конечно... Да этот разгром бесявый. Я не зря я за него всегда играю, ребят. Вы видели, что он там вытворяет?
Разгром, блин. Конечно, конечно, конечно. Начинается. Так, ну что я могу? Что я могу? 3 и 2. Это 5. Ладно, сделаем. Та-та-та. Не получится, да, получается? То есть там еще урон получим. Так, удвоение растения. Давай увеличим себе ХП. Но. А кто бы сомневался, ребят, что у него будет безумие? Кто-нибудь сомневался в этом? Нисколечко сомневался. Еще и 10. Ууу, все, это хана, ребят. Это хана. Долбанный разгром, а. Так, давай мы посмотрим, что у нас есть против надгробий. Он практически меня валит надгробием своими, да? Может быть, вот этого взять еще одного? Сейчас мы что-нибудь с тобой скорректируем. Вот этого слишком много барахла у нас. Давай вот так вот лучше поставим с тобой, добавить. О, мы можем с тобой вот это вот, кстати. Это сколько у нас там? От скольки? От 4 и больше. Вот как раз. Слушай-ка, тогда мы с тобой, наверное, уберем и вот этого. Добавим могилоеда вот этого. И нам нужны вот эти вот. Так, сейчас, секунду, посмотрим. Посмотрим. Слушай, я могу создать? Блин, нет. 250 энергии, у меня не хватает столько. Так, бомбочка, в принципе, хорошо. Вот это вот, зачем мне, скажи? И вот это тоже мне не нужно. Взять надо побольше, наверное, орехов. Добавим. Так, 39 карт, да? И... Пу-пу-пу. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Я же эти хотел взять. Слушай, что-то слишком уж дофига. Погоди секунду. Удалим. И... Так, так. А, вот еще у нас есть какие орехи. Один всего лишь. Так, давай добавим. Ну что, вроде бы пока все. Вот это вот зачем нам нужен? Что он вообще делает? Мишень, амфибия, да ерунда полная. Убираем его. Тыква. Тыква тоже хороша. Тыква. Так, а это у нас информация. Прочерк. Прочерк, это да, это хорошо. Ну и все, наверное, кактус, я не знаю, стоит ли убирать, не стоит. О-о-о-о, подожди, это добавить, нам добавлять этого не надо. Что за сыкрой, что она все моргает, трясется, дергается, что за проблема? Так, вот этих вот слишком много. И этот шитик вообще не нужен, по идее, как бы, да? Ну что, добираем. Так, возьмем, наверное, еще тыкву. Все, ребят, не уверен, сразу тебе скажу. В этой колоде. Но против разгрома я не знаю, как еще воевать. Причем я больше чем уверен, мы еще не все увидели. Что у него так, в принципе. В принципе, сгодится. Поехали. Но он будет пропускать, понятное дело, ходы вначале, потому что у него там супер-пупер карты. Мы это уже все прекрасно поняли. Так, мне опять же ничего пока... А, нет, могу поставить кактус. Напоминает мне прошлую игру. Блин, он мне лишил атаки у кактуса. Теперь кактус здесь будет просто как... Фиг знает что стоять. Ход зомби. Ну, ты видишь, да? Ты видишь, что он тут вытворять начинает. Давай так сделаем. Блин, специально, чтобы его подбить. А если он уничтожает, он сразу еще атаку делает. И в лицо. Вот так вот, ребята, гаргантюа сраный. Ой-ой-ой-ой, начинается. Так, секунду, вот это вот, пожалуйста. Не надо здесь. Все, съел. Ха-ха, там как раз был гаргантюа здоровый. Так, я могу что сделать?
Но против этого пока бесполезно что-то выставлять, ребят. Я серьезно говорю. Давай вот так вот сделаем. Потому что он будет уничтожать растения и будет в лицо бить. Лучше пускай лишь 5 единиц бомбанет один раз. Так. Мне бы дали кого-нибудь нормального. Оу. Мина. Так, с этим-то будет все покончено. Так, я могу хильнуться на 4 единицы. Нормуль. Так, и 3 единицы урона он получит в лицо. Меня устраивает такой расклад. Орехов нету. Что? Блин, безумие вешает. То есть уничтожает мне мой... Ты вообще что ли оборзел, блин? Мало того, что ребята уничтожает, он... Еще и атаку делает в лицо. Вот объясни мне. Смотри, что происходит. Ты видишь, да? Результаты. Энергия, это, конечно, все хорошо. Да, ребятушки. Взял этого, и ни одного ореха мне не дали. Просто чудно. Что я могу тебе сказать? Лучше, блин, не придумаешь. 7 в лицо это. Так, неуязвимость? Нет. Просто орех вытягиваем с тобой. Просто вытягиваем орех. Сюда поставим. 8-5. У меня 4 хп всего лишь. 4. У него безумие здесь стоит. А знаешь, что такое безумие? Он будет уничтожать одного за другим. До потери пульса. Понимаешь? Так, что я могу здесь сделать? Вот так вот. Он стал 9-6, еще лучше. Он стал 9-6. Сколько ты стоишь? Одну единицу, да? Одну единицу. Блин, он все равно тут разнесет всех. Разнесет и стрельнет мне в лицо, ребят. Ну, ну тут никак. Понимаешь? Вот этот панкуша меня просто уделает сейчас. Трындец. Как быть-то теперь, а? Ни одной груши мне не выпало, где бы я мог уничтожить растение с одного. Давай еще раз поехали. Ни груши, ни ореха, ничего не выпадает. Вот когда их, они нужны тебе, фиг дождешься, когда... Так. Ну че вы... Во. Но более-менее, хотя бы, ребят. Все зависит дальше от нас. Так, давай выставлять орех. Ты! Ты прикинь, а ну у него все есть. На ранней игре, на поздней, у него все есть. Он взял просто мне орех уничтожил. Оу, хотя бы груша пришла ко мне. Так, ну вот этот двух вызвал. Слушай, ты не оборзел ли, а? Парень. Серьезно тебе говорю, ты не оборзел, а? Ты прикинь, у него, блин. Так, кстати, с картами у него проблема. Слушай-ка, может быть, это наш шанс? Может быть, это наш шанс? Угу, шанс. Понятно. Так, я ведь могу... Не могу. Так, сделать что? Как сделать? Ну, давай вот так вот, наверное, с собой замутим. Хиляться, я думаю, пока не будем. И вот так вот сделаем. Так, у него должно быть... Или это на следующем ходу? Ладно, давай посмотрим. У него карт нету, друзья, вообще не осталось. То есть наше тут дело... Просто не сплоховать. Ого, еще один орех. Выставим. Куда его выставить-то? Туда не стоит.
Давай сюда. Оу, кактус нам выпал. Ну что? Пока все добротно, друзья мои. Главное, чтобы он не сделал добора никакого. Мы можем с тобой хильнуться за ноль. Мы можем с тобой хильнуться. Мы можем потом вот этого вот чудика завалить. Хиляемся, короче. Слушай, что-то странно. Где у него Гаргантюа? Сейчас он, наверное, появится. Я специально вот эту карту не трачу. Окей. Пошли прочь отсюда. Фух. Слава богу, пока все вроде бы хорошо, ребят. Так, энергию мы с тобой получили. Так, медик. Так, он подлечил Гаргантюа, да? Ну что я могу предложить? Вот сюда поставить прочерк. Эх, раздавить бы его, но... Но, наверное, не буду. При получении урона наносит 4 единицы урона. Поехали. Попробуем, ребят. Так, окей. Иди отсюда. Так, у него там что? А, зомби получает 2... Вот это плохо, но мы его уничтожим. Вот у нас есть тут с тобой груша. И грушей, скорее всего, нам придется его ушатать. Так, посмотрим, что-нибудь... Ничего не стал выставлять он. Тогда пока, парень. Слушай, по-моему, все. По-моему, он приплыл. Так, у нас здесь переместите растение и вытяните карту. Переместите растение. Пока не буду ничего перемещать. Фиг его знает, может, у него там что-нибудь в закромах еще припрятано. Есть. Да. Ну что, Гаргантюа подбит. Мы идем с вами опять на этого, как его звать-то, Мегамозг или как там, Мозг-атака. Поехали. Мозг-атака, профессор. Блин, с каждым ё-моё. Что-то здесь неладное, да? Окей. Годится, я думаю. Я думаю. Чего? Профессор мозговая атака использует способность Эврика в этой битве. Представьте, сколько зомби там будет. В плане. Что за Эврика? Блин, они меня расстраивают с каждым разом. Какая еще Эврика, блин? Шаманство трех любых карт. Началось, короче. Зашибись. Это и есть Эврика, что ли? Не знаю, ребята. Эврика, не Эврика. Но будет... Пипец будет, что? Уже начался пипец. Давай сюда поставим. Так, а это у нас... Переместить растение, да? И получает плюс 4 к ХП. Давай, наверное, вот сюда переместим. Я не знаю, кто там у него вылупит сейчас. Твою ж налево, блин. Два таких, они будут, блин, увеличивать атаку себе, скажем, разом. Обалдеть. И что мне теперь делать? Блин, пипец. Ну вот что ты вот прикажешь тут сделать, а? Надо давануть этого. Так, опять же 6 в лицо получим. А тут кто еще? Опять такой же. Слушай, по-моему, вот это и есть Эврика, да? Вот эти вот уроды, которые постепенно получают уровень себе. Вы что, серьезно? 5, 4, 3, 4. Офигеть. Ну этот, ладно, этот сдохнет. Так, я могу... Ну, вот так вот использовать. Так, погоди-ка, давай-ка мы, наверное, все-таки с тобой... Почему ты не... Ребят, я не понимаю, уничтожает все на грубе здесь... Как он работает? Он вообще не стал ничего делать. Я не понимаю.
О, все, друзья мои. Все, 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 все. Тут все ясно. Это бесполезно. Неуязвимость поставил. Зашибись. Да. Вот скажи мне на милость, как вот с ними драться здесь, а? Как? Я лично ума не приложу, как с ними здесь драться. Кокосовый король прибыл. Спасибо вам большое, блин, за кокосового короля. Что? Я только так могу сделать, все. А что он не увеличивает-то их? Что? А растение без чего там получает плюс 3? Так... Ты извини, а в чем проблема-то, ё-моё? Жесть. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, ребят, тут погром полнейший. Так, надо, наверное, чашечку кофейку заварить, чтоб соображать получше. Полный разгром. Если бы... Это... У него, наверное, карта эволюции с самого начала в руке лежит. Другого варианта нету, ребят. Я поставлю сюда кактус. Ну, предположим, да? Так, сюда поставлю вот этого. И вот так. Ну, давай, давай посмотрим, что из этого у нас получится. Так, этого минус. Так, этого тоже, по идее... А, тут же при нанесении урона. Так, здесь тоже уничтожаем. А здесь... Готов. Так, остается у него 9-4. У него целая... Там... Охапка карт. Ты сам видишь, что он тут вытворяет. Давай-давай-давай в лицо ему 4. На! Прочерк ему. Почему не стал делать? Ну и что, ребята, у меня остались ягоды, которые, сам понимаешь, мне здесь ничего не сделают. Удвоил здоровье. Короче, ребят, будем переигрывать, потому что, ну, мне кажется, истина где-то рядом. Истина где-то рядом. Где-то мы с тобой могли бы немножко правильно сделать. Я, например, не понял, почему мои орехи не получили нужного усиления от короля. Не понимаю. Может быть, он только свои орехи улучшает? Как вариант, может же быть такой, да? Так, ну, предположим, я поставлю вот так вот. Вытянем карту. Что там мне дали? Еще одну грушу, да? Энергии не хватает. Поехали. Пошел отсюда прочь. Вот это вот, конечно, плохо. Он делает добор. Вот этот делает добор. Так, еще надгробие тут вылезло. Кто там в этом надгробии? Я ума не приложу. Ой. Ну, давай вот так вот сделаем. Все равно один в лицо, да, нам светит. О, смотри, доборчики вызвал. Он вызвал себе здесь два добора карт. Жук помойный, а. И еще делает. Две карты себе еще получил на халяву, прикинь, просто вот так вот. Ну и что мне от этого арахис? Он думает, мне от этого арахиса будет лучше или что, я не знаю. Все, все, ребят, приплыли, к сожалению. Я пытался, я старался, ничего не вышло. Так, пойду за кофе, короче, скажу. Так, друзья, ну что, давайте попробуем еще разочек этим же составом. Вот это мне не нравится. Так, погоди-ка. Ну, в принципе, как бы пойдет, но... Ай, ну ладно, поехали. Да я знаю, что он использует свою эврику, блин. Началось, а у меня нету первого хода. К сожалению, пропускаем. Три в лицо.
как с куста, да? Так, теперь что у нас тут есть? Твою маковку, блин, что у нас тут есть? Да у нас тут проблемы большие, вот что у нас тут есть. Можем прикрыться, я не знаю, кто у него здесь вот находится. Поставим вот так вот и вот так. Так, мы можем переместить растение, он получает плюс 4. Эх, никого не буду менять. Опять этого доборщика вызвал. И еще и шаманство 3 карт. Зашибись. Сразу же. Сразу же у него рука пополняется, плюс вот этот ханорик. А эти, оказывается, еще и плюс 2 получает. Весело начали мы, весело. Добор, конечно же, добор. А что другое? Кто-нибудь другой что-то ожидал? Вот зомби, сейчас натыкает. Это еще что за? Кто? Кто ты? Хлыщ. Вали-ка ты отсюда, наверное, а? Так, давай мы с тобой, наверное. Блин, а эти же еще прокачаются, так ведь? Будет 3-3 у них. Ну, давай проверим. Так, этого убираем отсюда. Повар. Так, что у нас там? Орех. Орех. Вот сюда я выставлю орех. О, неплохо. Добор, как всегда. Понятно. Блин, вот с этим надо, по идее, в самом первом как-то справляться. Он добор и добор и все это делает постоянно, скажем, разом. Ход зомби. Сейчас выстрелит. Блин. У него бонусная атака есть. Что-то вообще дела паршиво идут у нас на самом деле. Ну, блин. Ну как быть, а, ребят? Давай, наверное, вот так вот сделаем. Наносит 2 единицы урона. Понятно. О, за каждый урон он прокачивается. Ты понял? Так, что у нас тут? Неуязвимость. Неуязвимость. Пока не надо нам ее тратить. Ты запарил, а? Вот серьезно, я тебе говорю, со своим добором чертовым. Где король? Где этот, блин, чувак, который... Да не ты, блин. Опять выстрел. А что это они вдвоем сразу? Короче, тут еще хуже, друзья мои. Тут еще хуже, чем было. Поставим с тобой, наверное, неуязвимость. Посмотрим, что нам за карту подкинут. Так, ладно, давай сюда поставим. Дальше что? Вот этого надо, по идее, уничтожить нам, да? Можем вот сюда. Блин, а вдруг надгробие появится, а? Так, секунду. Вот этого надо будет забомбить. А чё это он карту вытянул, блин? Не, ребят, ну это вообще, это нечестно. Это нечестно, на самом деле. Так, минус один, минус один. Так, и останется у него двое. Но у него рука, ты посмотри. Он сейчас всех тут на место поставит. А он еще перед смертью карту выдает, а? По-моему, тут проиграли мы тут. Че бы я тут ни делал. Молодец. Красавчик. Че я могу еще сказать? Ну, предположим, вот так вот сделаю. Да? Сюда поставим амфибию. Уничтожим с тобой вот это вот надгробие. Уничтожил аж 3 раза. Аж 3 раза уничтожил, блин. Не, ребята, это бесполезняк. Смотри, он делает добор, 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 добор. Как с ним тут? Я должен справляться. Слушай, может быть нам взять кого-нибудь другого, а?
Может, не за ореха сыграем, а... А кто у нас там хороший еще есть? Да никого. Нет, почему никого? Я вру, ребят, у нас есть там... Кто-то с добором. Он самое главное, что стреляется. Вот с... появляется и начинает... Видишь, увеличивать, увеличивать себе ХП. Все, тут нам крышка. Нас сейчас тут уничтожат. У меня почему-то нет таких вот, да? Чтобы увеличивались там с каждым разом. Все, ребят, ну тут песенка наша спета. Это меня не спасет. Это меня абсолютно не спасает. Я чувствую, мы на этом мозг атаки зависнем надолго. Ну и черт, прочерк. Короче, давай пропускать ход, пускай забивает уже. Офигеть, прокачался. Ой, может быть, нам с тобой взять здесь самых дешевых карт, которые там идут, там 2-3. Вот такие вот. Давай посмотрим, кого мы можем взять. У нас, в принципе, капитан Огонек вроде более-менее еще тоже такой, может. Так, он у нас по грибам, да, спец. Грибник еще тот, да, получается. Ну, вот это, я думаю, нужно убрать отсюда. Этого тоже уберем. Этого, наверное, оставим. И даже не знаю, что сделать с этим-то. Так, две карты. У нас есть... Погоди-ка, у нас с тобой... Только удобрение, да? Вот этого, может быть, возьмем. Так, этот у нас есть. Этот есть. Такие тоже. Вот этот что-то уж больно дорого стоит, да? Хотя, ладно, пускай остается. Кого бы еще-то тут взять-то, а? Хорошенького. Добор. Ну, мы-то с вами тратим 3 энергии, да, для того, чтобы взять. А он практически на халяву все это будет получать. Вот этих, может быть, нам взять. Миксов. Блин, я не знаю, друзья, я не знаю. Так. Персик, все это понятно, но... Не знаю, ребят, я попробую, конечно, один раз сыграть за него. Но мне кажется, что здесь мы с вами отловим по первой программе. Угу. Удобрение, я не знаю, давай уберем, наверное. Вот так оставим. Поехали. Да я понял, что он со своей эврикой этой. Внимание на старт. Побей, побей босса, блин. Так ему легко это говорить. Все, начинает сразу шаманство трех карт. Сразу же. Ни одной леги нету у меня в колоде за растение. Ни одной. Начинает плодить. Твою налево, а. Да посмотри, что происходит. Ну, мне надо прикрывать, ребята, свои тылы. Так, растение получает. Давай, давай сделаем. А вот сюда поставим стебелек. Поехали. Этот еще усилился. Так, минус. Ну, в кого ты там превратишься? Показывай. Мухомор, это хорошо. Но он, видишь, что делает. Он вызывает сюда гаргантюа. С лету. Так, дает. Давай сюда. Так. И я не знаю, стоит ли нам вообще. Ну, грибная поляна только здесь может ставиться. А это... Вот сюда. Поехали. Давай, гриб, мухомор, бомби. Я не понял, а что это гаргантюа? Ага, все, отлично. Ну ты сам видишь, что тут происходит. Откуда он вот этого урода взял, блин? Не было же такого.
Ну ведь не было же вот этого вот. Да, ну я не знаю, ребят. Опять бесполезняк какой-то идет. Не, какой тут нафиг, ребят. Чушь собачья получается. Прикинь, он такое ощущение, что... Так, это что у нас? Получи растение. Ну давай, давай. У меня нет слов. Понимаешь, у меня нет просто слов. Блин. А если за бабаха сыграть, а? Если нам именно его взять. Давай попробуем. Я просто всех пробую, ребят. Я уже не знаю, что тут делать. Изменить. Бабах. Да, вот эти вот шампиньоны, пожалуйста, убери отсюда, чтобы я их не видел. Вот этого тоже убери. Этого убери. Это нам все не нужно, это ерунда полная. Так, поехали, будем делать с тобой великие дела. Так, у нас тут орехи вообще есть? Есть. Что, всего один орех, что ли? 4 ореха. Ага. 4 ореха плюс кактус. Плюс могилоед. Так, а это у нас что делает информацию? Наносит 1 единицу урона. Груша, может быть, нам понадобится здесь. Трындец. У ореха вообще, у бабаха точнее, какие-то вообще карты несуразные. Вообще несуразные, смотри сам. Что нам тут выдали? Давай попробуем, ну я чувствую, что здесь вообще это... Это будет трэш. По-моему, только орех у нас более-менее может там за себя постоять, да? Как-то противостоять. А что он делает у нас? Наносит 4 единицы урона всем зомби поблизости. Слушай, давай его оставим, а? Может, как-нибудь зачистим с тобой потом ряд. Давай, больше и дешевле. Сразу же, да, как появляется сразу же 3-2. Я теперь понимаю, для чего вот эту сделали платформы, чтобы у него зомби прокачивались. Орех. Так, я могу... могу, конечно, могу, ага. Все растения получают... пока не хочу. И этот вылез. Еще и шаманство 3 карт. Ой, ребят, наверное, придется мне тут вырезать, наверное, 2 часа игры. Потому что я буду долго, наверное, париться здесь. Уже 13 хп. Уже 13 хп. Ну что он там? Смотри, что творит, а? Смотри, что он творит. Ну, вот этого я могу уничтожить, да? Окей. Здесь я могу защититься. А здесь я смогу вот так сделать. Давай-ка вот так вот. Пока другого варианта я не вижу. Так почему он не... Почему он не... Вот, все. Так, и этого тоже убиваем. Ох, у нас есть вишня с тобой. Угу. А так, а сразу в лицо, нет? Угу. Так, перемещаем растение. Оно получает плюс 4, да? Так, ты там не образил ли, а, парень? Давай сделаем. Окей, хотя бы так. Перемещай сюда. Пока все. Больше ничего здесь не могу сделать. Так, ну этого уничтожим. Король ореховый. Так, у нас, кстати, воу. Так, слушай-ка, мы с тобой можем вот это, наверное. Я не знаю, правда, кто здесь был. Но я догадываюсь, ага. И вот так вот сделаем.
Дядя, поехали. Ёпарасоте, неуязвимость. Ну, естественно, мы теряем с вами этого короля нашего. У него, кстати, с картами проблема. Вау. В коем-то веке мы, хотел сказать, добились результатов. Угу. О, вот кто нам нужен, друзья мои. Делаем с тобой вот так вот. И вот так вот. Слушай, ну у нас карт, правда, нету. Давай смотреть. Иди отсюда. У нас 7 хп, у него 14. Плюс у него... Сейчас что будет? Кого он там выставил, я не знаю. Но мы поставим сюда орех. Добор карт, а? Так, плюс у него... Шаманство, ребята, а кто? Кто-то что-то другое ожидал? Нет? Нет, конечно же нет, шаманство. Шаманство, это... Рано радовались. Плюс еще карту вытягивает. Угу. Смотри, что сейчас будет. Сейчас будет тут вытворять чудеса мне. Что? Все, да, это сразу удар. Да, ребята. Это западло, по-другому не назвать. Появилось вот это вот говно, блин, уничтожило всех моих растений. Молодец, красава. Че, тут проигрываем, ребят, проигрываем. Ну, за бабаха есть смысл поиграть, мне кажется, да? Да как он так делает, чмоха, а? Это уже все, ребят, последняя карта, которую я могу применить здесь. И мы с вами проигрываем. Ой, я умываю руки, друзья мои, я умываю руки. Я не знаю, что здесь еще можно сделать и как. У меня просто голова уже кипит от этого мозг-атаки. У него легендарки, там все, что хочешь, да. Карты вылазят, наборы, блин, всякие. У меня же этого ничего нету. Просто ничего у меня этого нету. Да иди ты, Дэйв, тоже тут начинаешь, блин. Поехали. Что я еще могу здесь сделать? Вот так вот максимум, что я могу сделать. Поставить вот этого говнюка мелкого, блин. А он делает сразу шаманство трех карт. Вот и все. Вот так вот. Начало просто замечательное. Меня это утешило так. Ну, вот это вот я, наверное, не знаю, я ее сохраню. Тьф. Ну вот вы серьезно, что ли, а? Сундук. Что у нас там в этом сундуке? Шаманство. Легендарные карты, которые стоят на один меньше. Вот тебе и все, ребята. Вот тебе и результат. Я не буду ничего делать. Иди отсюда, дудочка. А, она вот так вот, на весь ряд. Ну, вообще, хорошо. Просто замечательно. Блин, я психу... Я не знаю... Вы бы знали, что у меня там внутри творится, ребят. Это жесть. Зомби-лаборанты наносят тебе атаку. Сразу же. Как-то появляется. Спасибо. Давай вот так вот поставим. Нечего ему здесь больше делать. Так, нам надо с тобой кого? Ну вот это вот, наверное, подобьем. И этого тоже, по идее, надо уничтожать. Поехали. Нафиг. Так, этого... Бомби этого. Окей. Да, у меня карты в руках просто замечательные. Лучше не придумаешь. Давай вот так вот сделаем. Пропускаем ход. Шаманство двух способностей. Ты что, совсем что ли оборзел, блин? Уничтожает растение.
Еще и вытягивает карту при этом. Не, ребят, я не знаю. Короче, что хотите делать, я не знаю, как тут вообще воевать с ним. Ну ты смотри, что он делает, блин. Все, короче, последняя битва это была. Дебил этот, блин. Я как с ним тут драться, блин? Ну вот как с ним тут я должен драться, блин? Объясни. У него карт, блин, набор, блин. Я этот сундук еще не трогаю, потому что там легендарная карта выйдет, которая будет на... Что это вылезло? Что это он сделал? Все. Жопа. Понимаешь, что это жопа полная? Ну и чё? Дали мне дождик проливной, блин. Хрень собачья, ну серьезно тебе говорю. Все, ребятушки, будем закругляться. Это просто невыносимо, невозможно. Серьезно говорю, поберегите свои нервы и мои тоже. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.